Итак, начинаю для вас снимать рум-тур. К сожалению, прошу прощения за то, что мы уже здесь обосновались, поэтому все не так, конечно, как должно быть изначально. Ну, как есть, видите, полотенца висят, вещи вы наши увидите, к сожалению. Ну, не успела я заснять все, мы очень уставшие приехали, не успела заснять все, как только мы въехали. Вот, я вошла, здесь вход, шкафчики. Давайте начнем с ванной. Ванна с большим зеркалом. Здесь еще есть такой шкафчик с небольшими полочками, полотенцедержатели, да. Здесь давали в отеле вот такой вот набор. Ну, это стандартный, конечно, все. Ну, покажу вам все равно. Здесь всякие пакетики для средств гигиены, ватные палочки, пилочка, шапочка для душа, мыло, значит, гель. А, это кондиционер для волос. Еще был здесь у нас гель для душа и шампунь, и еще боди-лосьон, лосьон для тела. Это все наше. Вот такая здесь раковина. Это тоже наши. Два стаканчика, искусственные цветы, фен. Все, в общем-то, стандартно, да. Унитаз, туалетная бумага. И здесь у нас душевая кабина, то есть это не ванна. Возможно, есть еще номера и с ванной. Этого не знаю. Кстати, здесь фишка, что везде зеркала по всему номеру. Здесь идет шкаф-купе такой, с нашими вещами, опять же покажу. Здесь полочек нет именно в этом шкафе-купе. Здесь с двух сторон именно вешалки. Вот так вот. Входите в номер, как обычно такая полочка идет, и вот так выглядит номер. Номер у нас двухместный, я так понимаю, что все двухместные номера здесь идут с третьей кроватью, то есть нет такого, что именно просто вот такая кровать, есть всегда третья, но насколько я видела фотографии, видите, здесь везде зеркала, и здесь, и вот с другой стороны на шкафах зеркала, короче говоря, везде зеркала. Здесь вот идет стандартная двуспальная кровать, тумбочки прикроватные, одна такая большая кровать. Здесь Мира у нас спит. Еще одна тумбочка. И вот такой вот, можно сказать, что это комод. Здесь с одной стороны мини-бар. Сейчас покажу вам, что в мини-баре. Ой. В мини-баре водичка, два пива, два сока, кола Фанта Спрайт, еще вода. А, это минеральная, там есть еще обычно. Вот это все бесплатно, в том числе и пиво. И пополняется это каждый день. Так, здесь у нас три таких ящика, ну, то есть полок нет, да, в шкафу вы видели, поэтому вот заменяется вот такими вот ящиками, куда можно вещи сложить. Так, здесь полка такая стандартная, телевизор, не знаю вообще, зачем он на отдыхе. Это огромная книга, это, в общем, здесь правила и еще меню. В общем, такое вот огромное меню, все, что вы можете заказать. Бифштекс, 15 евро, все, что я увидела. Так, дальше мы проходим такая зона, здесь стул и как бы, ну что ли, туалетный столик, замена туалетного столика, да. Есть в номере кофе, чай, пакетики, видите, так, подождите, не кофе. Да, Нескафе в пакетиках со сливками, это сахар, чай, две чашечки и чайничек. То есть вы можете в любое время попить чай. Вот такое красивое зеркало, муж мой уже переоделся, но думаю, что он держит. Газикюрсу за это. Такое зеркало красивое. Но освещение в нем не прям супер. То есть это не белый свет, желтый. Поэтому краситься здесь не особо на самом деле удобно. Так, это уже наши вещи. И вот так нас встретили. В номер принесли нам бутылку шампанского и тортик за то, что мы не первый раз уже у них в отеле. В номере еще вот такое вот кресло. Я так вижу, что оно раскладывается. То есть можно, в принципе, здесь и вчетвером быть, да? В одном номере. Не знаю, конечно, насколько это прям выгодно. Здесь еще вот такой столик, я его отодвинула. И теперь балкон наш. Вот он. У нас с видом на море. Мы покупали вообще без вида на море, но... Ой, сейчас открою, трудно открывается. Покупали без вида на море, но муж договорился, чтобы сдали с видом на море. Не часто мы ездим в отеле, хотя бы хочу, чтобы вид на море был. Вот так вот. Здесь бассейны выглядят. У нас сразу, вот это детский бассейн, сразу видно детский бассейн. Там уже, я смотрю, мангал жарят, судя по дыму. И вот так вот здесь все выглядит. Так, мангал Ларья Природа. Так,
В номере еще что есть? Обязательно телефон, конечно. И есть еще такие две кнопки. Вместо того, чтобы вешать на дверь, на ручку двери, просить убрать или не беспокоить, здесь есть две кнопки, которые вы можете нажать. Вот у нас было нажато не беспокоить или убрать еще можно. Так, показываю вам дальше. Кондиционер обязательно есть, который работает только при выключенном, при закрытой двери на балкон. Ну вот так, в принципе, все это выглядит со стороны. Номером я довольна. Кстати, по поводу того, что у нас со стороны с видом на море. Есть стороны без вида на море, то есть на другую сторону. Номера вроде бы как там, ну, конечно, там тихо, там не так все, не такая слышимость. Но вы знаете, вот мы закрыли эту дверь балконную, и тут очень классная звукоизоляция. Хотя у нас прям вот бассейн, там постоянно музыка и так далее. Ну, ребенок спит нормально, и ну, нам почти ничего не слышно. То есть вообще так издалека звук. Ну, вот еще картинка, кстати, я вам не показала. Вот такие бабочки, кстати, настоящие бабочки, о боже. Это не картинка, оказывается. В общем-то, вот так вот выглядит наш номер, стандартный номер. Не люкс, ничего, у нас просто стандартный номер в этом отеле. Еще раз повторюсь, отель я оставлю в названии или в описании, называется Гранада Лакшери Резорт, которая находится в Алании. Есть две Гранады, еще вторая в Белике, это находится в Алании. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео с этого отеля. Продолжайте смотреть. Всем спасибо за комментарии. Пока-пока. Бонус. Вид ночи из нашего номера. Вот такая красота. Сейчас уже закончились дискотеки. Точнее, закончилась открытая дискотека в амфитеатре, поэтому здесь тихо. Ну, очень красивый вид, конечно. Вот так. Подсвечивается все здание, кстати, такими вот огнями.